Взять деньги не проблема, но не такая проблема. А вот вторая проблема, куда потом эти деньги разместить? И вот получается, что у нас как бы ситуация такая с двух сторон. Поэтому наша панель должна будет попытаться ответить на вопрос, где взять деньги и куда их разместить. Но до того, как мы перейдем к этой дискуссии, у нас к нам присоединился на нашу панель Саша Боровик, которого, наверное, многие здесь знают, его не нужно представлять, но на всякий случай. Это советник губернатора Одесской области, и вот его презентация, я думаю, будет таким сюрпризом, потому что речь идет о региональном пакете реформ, которые на самом деле могут быть полезны всей стране в целом. Саша, у вас 10 минут.